Едем. Відчуй життя без алергії. Мої вітання, шановні друзі. Спецефір Радіо НВ триває. Мене звати Василь Пихньо. І одразу запрошую вас до години максимального інтерактиву. Тому що далі впродовж години в ефірі працюємо адресно, цілеспрямовано для вас, наші шановні глядачі та слухачі. Що я маю на увазі? Адже в найближчу годину відбудеться стрім спілкування у прямому ефірі із Романом Світаном, військовим експертом. Та насамперед ми покликані відповідати на ваші запитання, які вас цікавлять, турбують. І відповіді, на які ви шукаєте, можливо, знаходите, можливо, хочете підтвердження своїй позиції, а можливо, просто поки що не знайшли відповіді на ці запитання. От спільно спробуємо разом знайти ці відповіді разом із Романом Світаном, льотчиком-інструктором, полковником запасу Збройних сил України і, як я сказав, військовим експертом, котрий долучається до нашого ефіру. Пане Романе, мої вітання вам. Привітаю. Отже, друзі, для того, щоб поставити запитання панові Роману, пишіть свої коментарі у вигляді цих запитань в чаті до трансляції стріму на YouTube-сторінці Радіо НВ. Але спершу, для того, щоб отримати можливість написати такий коментар, вам потрібно підписатися на сторінку нашої платформи на YouTube-соцмережі. Так, тому долучайтеся туди до перегляду цього стріму і написання своїх запитань. Я ж розпочну, маю таку нагоду поставити своє запитання. Пане Романе, напередодні ми чули повідомлення про те, що наші війська просунулися на плюс один кілометр території на південному фланзі Бахмуту. Після цього ми вже дізналися ось цю тираду Пригожина, який сказав, що російська 72-га бригада просто втекла із позиції, де штурмували українські бійці на півдні, знову ж таки, Бахмуту. Він назвав територію 3 квадратних кілометри. Напередодні увечері вже Андрій Білецький з 3-ї штурмової так само сказав, що було проведено успішну контратаку і дав більше деталей щодо цієї території, яка була звільнена. Отже, повністю, він сказав, розгромили дві роти 72-ї окремої мотострілецької бригади кадрових військовослужбовців Російської Федерації. При цьому третій підрозділ загін штурмовий вагнерівців там так само був розбитий, і все це відбувалося на південному фланзі Бахмуту. І Пригожин дуже нарікав на те, що там кадрові російські військові втікають. Чи є це правдою, що ось так вони вже дійшли до тієї точки, що почали, м'яко кажучи, або грубо кажучи, не знаю, втікати з-під Бахмуту? Ну, это мы начали наступательные действия. То есть то наступление, о котором мы уже говорим последние как минимум полгода, оно началось где-то, можно сказать, неделю назад. Проводятся определенные наступательные действия в режиме разведки боем, причем все мощнее и мощнее вдоль всей линии фронта. Ну, а Бахмут сам по себе – это сейчас плацдарм, вокруг которого будут происходить некоторые события. Для того, чтобы разблокировать Бахмут, он заблокирован, с одной стороны, с юга такой клешнёй российской через Клещеевку, вот еще и как раз село также примерно под Клешню подходит. И с севера, это в район, ну, севернее, в сторону Славянска, то есть это кишка, это Клешня тянется. Так вот, по южной клешне, которая окружает Бахмут с юга, с юго-запада, она не дошла еще до трассы, россияне не дошли до трассы Константиновка-Бахмут, проводятся наступательные действия наших войск. Это реальные наступательные действия, которые выполнили подразделения полка Азов с помощью уже техники. Подсохло то, что мы постоянно говорили последние несколько месяцев, нам мешало плохая погода, уже подсохла почва, держит, тяжелая техника вышла на позиции, начинает работать. С помощью тяжелой техники, с помощью артиллерии подошли достаточное количество боеприпасов. Потому после проведенной артподготовки и выхода тяжелой техники россияне побежали. Они побегут по всей линии фронта, потому что удерживать на некоторых позициях рубежи они просто не смогут. Там есть много проблем, связанных с обороной. То есть они в основном привязаны к географии. Там невозможно практически удержать этот рубеж. Потому они отошли, некоторые погибли, некоторые побежали, ну а чуть глубже они просто отошли. Я думаю, будет развита эта наступательная инициатива наших уже войск. Они попытаются, конечно, как-то усилить этот фланг, левый фланг Бахмута.
Но именно в этом месте у россиян практически невозможно оборонять эти позиции. А вот выход наших войск и движение дальше в сторону Клещеевки и заход с юга в Бахмут отрежет эту левую клешню, так называемую, юго-западную. Ну, а россияне уже в зависимости от задач, они либо убегут, либо погибнут. То есть, я думаю, в течение нескольких определенного времени, думаю, до недели, может быть, полторы, вот этот южный выступ российских войск под Бахмутом будет отсечен. Просто знаєте, от сьогодні відбувається засідання одного із комітетів Північно-Атлантичного альянсу НАТО, і Роб Бауер, котрий очолював це засідання, воно транслювалося на офіційному сайті НАТО. Відтак він на самому початку сказав, що сьогодні до роботи онлайн мав долучитися главком Збройних сил України Валерій Залужний. Проте, власне, пан Бауер повідомив, що Залужного не буде, як він зацитував його, через те, що той змушений бути на зв'язку, скажімо так, бути відповідальним за перебіг справ, оскільки зараз напружена оперативна ситуація на фронті. Чи можна ось те, що відбувається в Бахмуті в контексті наших контрнаступальних дій, вписати ось в цей термін напружена оперативна ситуація на фронті? Чи все ж таки і росіяни десь пробують промацувати нашу оборону? Нет, россияне еще только готовятся, то есть немножко они задерживаются. Я так понимаю, было все внимание обращено на Бахмут, и все, что можно было сделать с точки зрения поставок, все было переброшено под Бахмут. Стояла задача до 9 мая выдавить украинские войска. Этого не получилось, мы с вами об этом говорили тоже, наверное, не один месяц, о том, что Бахмут россиянам не взять. Полностью. А вот та оперативная обстановка, которая сейчас на линии фронта меняется, а это меняется буквально каждые несколько минут, это как раз за счет наших наступательных действий. Потому однозначно начальник генштаба должен быть на прямой связи, под полным контролем, держать оперативную обстановку. И правильно сделал, конечно, что не поехал. То есть, ну, это все прекрасно понимают. То есть это правила ведения боевых действий. От Залужного очень много зависит, так как именно он не только руководит, он принимает решения по переключению некоторых потоков. То есть это тоже очень важно. Иногда здесь надо там минуты, секунды, минуты, там десятки минут. Потому чем ближе командующий и начальник к фронту, и к местам принятия решения, тем лучше. Ему есть кем заменить участие в этих форумах. Ну и, естественно, наши партнеры прекрасно это понимают. Нагадую вам, шановні друзі, що ви можете написати свої запитання до Романа Світана. Робіть це у чаті онлайн-трансляції на YouTube-сторінці Радіо НВ. Проте спершу ви маєте підписатися на Радіо НВ, а також не забувайте ставити обов'язково вподобайки цьому відео, щоб воно ранжувалося якомога вище у YouTube, і більша кількість людей переходила за посиланням цієї трансляції, слухала її в онлайні, або згодом уже в записі прослуховувала її, тому що проводимо з паном Романом, ставлячи на основі ваших запитань, проводимо аналітику широко, даючи відповіді на, власне, те, що турбує та цікавить. На фоні того, ну, насправді, з одного боку, наразі невеликий успіх у Бахмуті, проте на фоні того, що дуже довго українська армія перебувала в обороні, ось ці перші паростки контрнаступів, вони дуже розбурхали суспільство. І в нас є, наприклад, глядачка Оксана Ордуханова, котра ставить дуже таке оптимістичне запитання. В травні Збройні Сили України зайдуть до Донецька? Есть один, даже, наверное, как минимум два плана захода в Донецк сразу, причем сходу. Один, они еще с 2014 года, 10 лет они лежат в генштабе, и один из этих планов может сработать. Один из планов, об этом все прекрасно знают, один из планов – это отсечение Донецка от Макеевки, то есть заход из-под Авдеевки вдоль трассы, объездной трассы Донецкой. Дальше рядом с Мессией и выход в сторону Ларина, Моспина и вдоль трассы, этой же объездной трассы, выход на Маринку. Ну, естественно, движение с Маринки
по той же самой трассе, только уже на север. То есть эти так называемые малые клещи, они могут быть выполнены в любой момент. Почему? Во-первых, мы удержим эти два плацдарма в районе Донецка, Маринку и Авдеевку. И почему россияне постоянно пытаются эти два плацдарма срезать? Они прекрасно понимают, еще с 2014 года понимают, что если будет достаточное количество сил, средств и приказ, то украинские войска выполнят эту задачу. А после отсечения Донецка от Макеевки, рассечения Донецко-Макеевской агломерации, вся донецкая группировка оказывается в окружении и будет уничтожена. Они прекрасно это тоже понимают, потому что расположение самой дороги, вот этой объездной, там плюс-минус даже иногда есть километры, то есть там могут пройти несколько бригад, и для россиян очень большая будет проблема. Это как раз и удерживается Донецк от такого движения с 2014 года только за счет договоренностей минских, Минск-1, Минск-2, какой-то, может быть, еще договоренность, Ноттердам или чего-то другого. То есть выполнить эту задачу можно, кстати, за несколько дней по отсечению Донецка. И второй план тоже он с 2014 года, это заход на Трудовские высоты, отсечение Петровки, отсечение Трудовских высот от Донецка. А дальше уже Трудовские высоты, они являются такими превышениями над Донецком, там практически весь Донецк как на ладони. А ЦД на Заходе, на Сходе, просто ж, очевидно, далеко не все знают это. Да, это Трудовские, это рядом с Маринкой. То есть это Петровка, это выход на Маринку, Петровский район, то есть запад Донецка. Там за железной дорогой, которая треть Донецка отсекает. И вот западная часть Донецка, Трудовские так называемые, так и называются, там шахта Трудовская, Трудовские высоты. Вот они такие, возвышенность над Донецком, потому если их занять, там есть такое с 2014 года, точка «Крокодил» называется, это Терриконы, это вот самая высокая точка Донецка. То есть заход туда также возможен с помощью определенного количества войск. Оно у нас есть. Вопрос в политическом решении, потому что это уже пресечение границы 24 числа, так называемого, по Минску-2. Мы еще до сих пор нигде ее не пересекли, потому здесь вот такой двоякий. С военной точки зрения это можно выполнить, с политической — вопрос к политическому руководству. Є запитання від глядача Валерія Шестерікова, даруйте, якщо неправильно ставлю наголос у прізвищі, із Києва. Пан Валерій цікавиться, чи є такі ракети на озброєнні українського війська, що можуть нищити російські літаки над їхньою територією, аби вони не задавали по нас ударів? І тим паче, можливо, є якісь у вас розуміння щодо таких систем, які до нас надходять, включно із останнім оголошенням пакету оборонної допомоги від Пентагону? Все ракеты, которые у нас есть, могут уничтожать россиян над любой территорией. Вопрос в дальности применения. То есть, допустим, любой зенитно-ракетный комплекс от дальности от 20 километров и вот те, которые у нас есть, до 70, те основные комплексы, допустим, тот же С-300, плюс 150 километров тот же «Патриот», который сейчас подошел, то все эти глубины могут быть, то есть выполнены удары и над российской территорией. Плюс боевые радиусы самолетов наших и, естественно, радиус полета ракеты. Ракета, которая у нас есть на самолетах, где-то 60 километров, плюс боевой радиус самолета около 500 километров. То есть, в принципе, мы можем сбивать над российской территорией и ракеты, и самолеты. Дело в том, что самолеты, прекрасно понимая боевые радиусы, они не подходят к тем, то есть на расстояние удара. Они вычисляют, где стоит наша батарея. Вот, допустим, батарея С-300 может уничтожить самолет на дальности в 70 километров. Так вот, российские самолеты на дальность 70 километров к батарее С-300 не подходят. Один самолет крайний, который вот мы сбили, это над Енакиево Су-34, вот он просто, они не знали, что у нас батарея стоит ближе, поставили батарею, Никопольский зенитно-ракетный полк, это президент его тогда поощрил и обозначил его, потому здесь никакого инсайда в этом смысле,
то есть эта информация есть в эфире. Никопольский зенитно-ракетный полк подтянул батарею ближе к линии фронта и поймал Су-34, когда он сбрасывал бомбы, планирующие КАБы, на Авдеевку. И над Янакиево был сбит ракетой С-300, был сбит этот Су-34. Мы так же само можем, конечно, ловить россиян и над российской территорией. Но они вычисляют наши точки и наши батареи и не подходят на боевой радиус. А вот те самолеты, допустим, которые пытаются подойти к линии фронта на предельно малых высотах, есть еще один такой механизм, то есть идти на высоте 3-5 метров над землей, естественно, луч локатора не видит, но видит ПЗРК, то есть переносной зенитно-ракетный комплекс, наши уже армейское ПВО, так называемое, это ПЗРК, 5 километров в прямой видимости. Вот они не подходят к линии фронта на 5 километров, то есть за 5 километров отстреливают с кабрирования, поднимая нос и работая как простое РСЗО летающее, отстреливают ракеты, пачки ракет, в основном это С-5, С-8, С-13. Их отстреливают, они идут на дальность где-то 8-12 километров и уходит самолет, то есть не подходит до дальности применения. Они также учатся, мы их много насбивали, вот после того, как мы их насбивали, те, которые остались летчики, они уже здесь в этом смысле тренированные. Но сбивать над российской территорией точно можно. А как вот оптимальный вариант, как это делать? С помощью самолетов, то есть нам нужны F-16. Наши МиГ-29, Су-27, они хорошие, сами хорошие цели, дальность обнаружения и работы, допустим, 60-70 километров наших самолетов, а у россиян дальности до 200 километров. То есть они быстрее видят наши самолеты и их сбивают. Для этого нужны самолеты типа F-16, и тогда мы сможем и самолеты российские сбивать над российской территории, и крылатые ракеты, что очень важно. Вот заход, допустим, крылатых ракет, последний заход крылатых ракет на Киев, там практически все были чуть ли не над Киевом сбиты. Так вот их можно было сбить, если были бы F-16 над Белгородом, ну то есть еще над российской территорией по маршруту их движения. Ми ще перейдемо, точніше повернемося до деталізації питання того, що ж там Сполучені Штати передали у доволі такому втаємниченому пакеті допомоги на 1,2 мільярди доларів напередодні. Я хочу нагадати нашим глядачам та слухачам, що ви можете поставити запитання Романові Світану. Для цього потрібно пролайкати це відео на YouTube-сторінці Радіо НВ, підписатися на нашу платформу і відтак отримати такий доступ до написання запитань у чаті трансляції. Будь ласка, запрошую ставити ті запитання, які вас цікавлять і які вас турбують. Власне, є, до речі, про F-16 запитання. Я знаю, що це от ваша така професійна тема, повітряні сили і авіація, пане Романе, але попрошу так не дуже глибоко, можливо, вдаючися, просто щоб в загальних рисах зрозуміти відповідь на це запитання від Михайла Комаровського, котрий цікавиться, наскільки, ну, по-перше, наскільки реально Україні отримати винищувачі F-16, ми постійно цю тему піднімаємо, і це людей турбують. Але він радше пише, а що розуміє, що це не лише винищувачі, це великі дорогий комплекс повітряної зброї. Чи можете ви розповісти більш детально, що включає ця зброя, які системи в складі таких комплексів, таких ескадриль, як пише Михайло? Ну, самолет – это действительно летающая платформа. Если на него не повесить ни одной ракеты, то это просто такая железяка с крыльями и с пушкой. А вот истребителем, перехватчиком, бомбардировщиком или штурмовиком он становится после того, как на эту платформу подвешиваются ракеты или бомбы. Ракеты и бомбы, они четкой направленности. То есть ракета воздух, воздух это по самолетам, по ракетам. Есть ракета воздух, земля, это штурмовик, это по наземным целям. Есть ракета неуправляемая, которая просто по земле бьет, то есть ей уже не направишь. Управляемая ракета есть, неуправляемая ракета. Есть свободно падающие бомбы, которые под себя падают, под самолет. Есть управляемые или планирующие бомбы, которые могут идти под телеуправлением или по навигации. Потому в зависимости от обвеса и платформа тогда становится кем-то из четырех или сразу в четырех амплуа. То есть на один самолет можно повесить
и ракету воздух-воздух против самолета и ракеты, и ракету воздух-земля против танков, и ракет, и бомбу свободно падающую, и бомбу управляемую. То есть он сразу один, четыре в одном получается. Почему мы и просим эти самолеты? И еще в самолете очень важна система обнаружения, локаторы. Это очень важно, потому что что такое локатор? Это глаза, которые видят на определенную дальность. Так вот, локаторы в наших самолетах, которые у нас есть, они видят там на 100 километров, а реально могут работать километров на 60. Реально. А вот, допустим, в F-16 модификации блок 70-72, там локаторы до 400 километров, и ракеты могут до 200 километров идти. Это только по воздушным целям. Потому вот получение именно таких платформ, и здесь вопрос очень грамотно поставлен, получение таких платформ вместе с вооружением очень важно, потому что без вооружения, без ракеты бомб, это просто железка с крыльями и с пушкой, и все. Она не выполнит своих задач. Потому это и есть вот такой комплекс, когда передается самолет, платформа, к нему обязательно должно идти оборудование. То есть вооружение плюс еще поддержка внешняя. Это очень важно. Что такое внешняя поддержка? Это локаторы наземные, которые могут далеко видеть, есть такие локаторы. И система АВАКС — это летающие локаторы, которые также могут видеть до 600 километров и передавать на самолет информацию, а иногда даже управлять ракетой, которая выпущена с самолета. То есть здесь в этом смысле самолет используется как просто площадка, как пусковая, воздушная пусковая установка, даже не видя, куда он отправляет ракету. Он ее сбрасывает, а ракетой управляет либо наземная станция, либо командный пункт из системы АВАКС. Вот это вся, весь этот комплекс нам нужен. Это будет самый оптимальный вариант. Шановні друзі, я нагадую, що ви можете поставити запитання Роману Світану. Пишіть свої коментарі у чаті трансляції, навіть не просто коментарі, а у вигляді запитань це робіть. Обов'язково поставте вподобайку цьому відео, тому що дивлюся, велика кількість людей дивиться відео, та не всі ставлять лайк. Якщо вам однак подобається наша робота і ви хочете нас підтримати, саме час це зробити. От просто зараз дивитися та й поставте зрештою лайк цьому відео. Пане Романе, а от те, що з'явилася інформація, яка була розтиражована зараз виданням Washington Post, щодо появи в Україні британських ракет Storm Shadow дальністю близько 300 кілометрів. Це, я так розумію, авіаційні ракети. Раніше Велика Британія в межах оголошеного такого пакету допомоги тендеру, я би навіть так сказав, на закупівлю ракет великої дальності, сказали, що вони шукають виробників зброї на 300 кілометрів. І от буквально напередодні Washington Post опублікували, що це будуть Storm Shadow все ж таки від Великої Британії. Видання Політіко американське сказало, що Штати нам атакам це давати не будуть, зате далекобійні ракети дасть Велика Британія. Як їх можна буде адаптувати? Чи можуть вони бути адаптовані до тих авіаційних платформ, які є в нас на озброєнні? Чи, можливо, їх можна запускати з Хаймарсів або чогось іншого? Ну, любую ракету авіаційного базування, її, в принципі, можна запустити із рогатки, большої, хорошої рогатки, для того, щоб забросити її на определену висоту, щоб вона запустила двигателі, розкрила крилля і ушла. Примерно так працює наша система «Хаймерс», коли відстрілює ракети GLSDB, тільки там используется ракетный ускоритель ракеты М-26, а дальше ее забрасывают планирующую бомбу GBU-39, забрасывают на высоту 10 километров и разгоняют до околозвуковой скорости, дальше раскрываются крылышки, и она планирует, согласно тех координат, которые в нее заведены. Потому ракета, в принципе, это такая же планирующая бомба, только с двигателем. Ее надо просто забросить на определенную высоту, разогнать до скорости и поднять на высоту, где при сбросе она сможет, успеет запустить, во-первых, двигатель свой, для того, чтобы на своем двигателе уже самолетного типа, то есть у всех крылатых ракет двигатели самолетного типа, в основном это турбореактивные двигатели,
и раскрыть крылья и уцепиться за воздух для того, чтобы можно было уже управлять процессом. Потому с какой платформы она будет заброшена, это здесь уже инженерный подход. Оптимальный вариант, конечно, с самолетов, даже с вертолета. Это можно сделать, разогнав вертолет до определенной скорости, чтобы ракета уцепилась за воздух. Это очень важно. Должна быть определенная скорость для того, чтобы поверхности, раскрывшиеся поверхности ракеты могли держаться в воздухе. Ну, оптимально это, конечно, самолет. В принципе, это может быть любой самолет, который сможет эту ракету двумя зацепами, подвес так называемый. То есть что такое подвес? Это два крюка, которые держат ракету, и когда надо, они оба одномоментно раскрываются, и ракета просто падает под самолет. Ну а так как она уже разогнана до скорости самого самолета, поднята на определенную высоту, у нее есть высота, скорость, запустить свой двигатель, встать на крыло, то есть уцепиться за воздух и дальше лететь, пока работает двигатель. Важно, чтобы двигатель запустился. У россиян, кстати, часто двигатели не запускаются, ракеты просто падают из бомбардировщиков в Каспийское море без запуска двигателя. То есть вот такого рода действия должна произвести ракета. Storm Shadow — это примерно такая же ракета, как все вот эти российские калибры Х-101, 55-й, 555-й, дозвуковая ракета с турбореактивным двигателем. То есть, но с дальностью намного меньше, 300 километров. То есть дозвуковая ракета, дальность 300 километров, крылатая. Там есть некоторые моменты, связанные с радиоэлектронной борьбой, то есть она может сама бороться с ПВО противника в зависимости от задач. Но и такого рода ракеты, в принципе, мы можем уже сейчас запускать, так как мы можем запускать «Хармы». Та же самая картина была с «Хармами». Ракеты «Харм» — это противорадиолокационная ракета, 150 километров. Вот такие же зацепы сделали, просто повесили переходники, так называемые. С одной стороны подвесили переходник на пилоны МиГ-29, Су-27, а с другой стороны переходника вот эти подвесы, зацепы под ракету «Харм». Такие же зацепы и под ракету «Storm Shadow». Кстати, ракета «Харм» есть модификации «Слэм». Она идет до 300 километров. Мы можем также получить и эту ракету в том числе. То есть ракеты «Слэм» вместе с ракетами «Storm Shadow». Вот пара ракет, кстати, наверное, о них и говорил в свое время Байден, когда говорил, что есть у Великобритании пара ракет, которые нам тоже подойдет. І та, а оце, дуже, оце, пане Романе, дуже цікаво, тому що з'явилася буквально свіжа інформація, яку там зараз російські телеграм-канали розганяють і з такого, ну, чималого переліку, тому що минулої доби начебто в аеродромі поблизу Воронежа, який розташований за 180 кілометрів від крайньої точки кордону України та Росії, тобто, ну, ми розуміємо, для того, щоб здійснити пуски, треба набагато більше, ніж 180 кілометрів територію покривати. Так от, аеродром поблизу Воронежа з позивним «Балтимор», з якого злітають російські бомбардувальники Су-34, які там базуються, його начебто атакували ракетою з радіолокаційною системою наведення. Тобто, це або український винищувач залетів на територію Російської Федерації і відпрацював «Хармом», або ми маємо «Харми» на 300 кілометрів, ну або це не ми, і хтось знову дронами пустив раптом радіолокаційні ракети. От як ви думаєте щодо цієї, щодо цього повідомлення, що сталося? Ну, скорее всего, это действительно гарпун «Слэм». Она просто называется «Слэм», но на базе гарпуна как раз за счет дальности. То есть увеличена дальность работы двигателя, мощнее двигатель, да, дальше забрасывает ракету до 300 километров, потому это, я так думаю, это все-таки гарпун «Слэм» отработал, ну, радиолокационная система наведения, да, так и есть. Их могли нам передать и не только там вчера, позавчера, и год назад, то есть и гарпуны, и гарпун «Слэм» — это, в принципе, довольно-таки легкая ракета и в наведении, и в целеуказании. Такая же, кстати, легкая и «Storm Shadow». То есть там на земле можно забросить в мозги ее точку удара, то есть координаты цели, а дальше просто ее поднять. Летчик может с ней уже вообще даже не связываться. Он ее просто поднимет, сбросит. Сам момент сброса запускает алгоритм запуска двигателя.
ракеты и ее становление на крыло в воздухе. То есть это, в принципе, тоже легко. И зацепы, то есть подвесы так называемые, они подходят, они практически универсальны. Они могут подойти и к ракете «Штурм Шэдоу». Гарпуны ракета «Штурм Шэдоу» могут сбрасываться с одних подвесов. Це дуже цікава інформація. Вочевидь, починає з'являтися таке розуміння щодо фінальних штрихів нашого великого наступу з появою ось такої інформації щодо британських далекобійних ракет, як ви кажете, «Харм», це може бути «Шторм Шедоу», і може з'явитися ще в перспективі щось цікаве на основі пакету допомоги від Пентагона, та я повернуся ще до характеристик ракети «Шторм Шедоу», яка за класифікацією НАТО, вона ще називається «Скальп», так і звучить абревіатура. І, власне, у нас є запитання про це, про неї. Рендор Машов, користувач таким ніком, пише: «Вас привітує авіадиспетчер». Добрий день вам. Як думаєте, а скальпами справимося по Кримському мосту? Ну, можно, конечно. То есть, ну, «Скальп» — это просто аббревиатура итальянская, а «Шторм Шэдоу» — Великобритания. Это ж ракета британско-итальянская. То есть, однозначно справимся. Просто надо будет, ну, ни одну, ни две ракеты. То есть, надо где-то рой ракет, около 10 ракет, чтобы шло по Крымскому мосту. Будут сбиты больше половины, однозначно собьют. Это все-таки дозвуковая ракета. Но правильно отобранные маршруты, правильно поставленные задачи ракете, каждой ракете, они могут, некоторая часть ракет могут отвлекать на себя систему ПВО, некоторая часть будет постановщиками помех или ложных целей, это уже в режиме радиоэлектронной борьбы. Ну а часть ракет будет ударная, то есть хватит 3-4 ракеты, чтобы вывести Крымский мост уже навсегда из строя. То есть по большому счету десятка ракет, а это значит, ну, 5 самолетов, 5 истребителей. У нас есть 5 истребителей. То есть хватит, чтобы их сбросить, они ушли, выполнили эту задачу. Ну що ж, цікаво, справді, тому що про перспективи Криму багато говорять, що це великий безпековий виклик звільнити саме Крим насамперед, тому що аби він не нависав таким дамокловим мечем над нами. І у питанні Криму в нас є глядач з дуже цікавим ніком Буратіно Оберемчик, який ставить таке запитання: як будем з місцем населенням і можливим сопротивлением в Криму? Ведь там люди живуть уже 9 років в составі де-факто, ну, звісно, не де-юре, Росії і з російським ТВ, і що потім, після плануємого освобождення, має бути з Кримом? Согласно міжнародних документів і наших обов'язків по выполнению такого рода действий, нам надо уничтожить. Ну, и то мы бы это будем делать. То есть согласно всех наших подписанных документов международных. Уничтожение россиян с оружием — это первая часть. Всех россиян с оружием нужно уничтожить. И депортация россиян без оружия. Мы имеем право, обязаны даже, я бы сказал, депортировать россиян без оружия из Крыма. Это будет проведена такого рода депортация. Она не будет массовая, то есть это будет индивидуально каждому. Будет определенный алгоритм подхода к этому вопросу. Будут фильтрационные мероприятия, так называемые. Каждый россиянин, у которого есть российский паспорт, находящийся в Крыму без оружия, он будет подвержен, естественно, допросу, может быть, и с помощью методов, ну, некоторых банковских, то есть пропустят, или спецслужб пропустят через детекторы лжи, так называемые. То есть каждому будет индивидуальный подход, и каждый будет депортирован согласно того документа, который у него есть на руках. Если российский — в Россию, если иранский — в Иран, если турецкий — в Турцию, то есть в зависимости от паспорта. Это все согласно международным обязательствам Украины. Ну а с тем населением, которое останется в Крыму, останется украинцы, украинское население. Его будет, конечно, немного оставшегося. Но Крым по плану, если он будет принят, оптимально заселить потом участниками боевых действий. У нас очень много раненых, невероятное количество раненых. Практически все военные, которые вернутся с этой войны,
на него будут с психическими травмами. То есть восстановление займет года, а то и десятки лет. Оптимальный вариант восстанавливать здоровье наших воинов – это как раз в климате Крыма. Потому, скорее всего, Крым будет, ну, Крым это точно станет Крымской областью, никакой там республики не будет. Крымская область, УБДшная, я бы так сказал, участники боевых действий будут переселены в Крым. Если будет правильная программа выбрана, то под эту программу или отстроится новое жилье под участников боевых действий, либо будет конфисковано жилье россиян и передано участникам боевых действий. И где-то около полумиллиона УБДшников зайдет в Крым, с семьями это 1,5 миллиона человек. Потому Крым будет украинской, крымской областью с большинством населения, подавляющим большинством населения, которое прошло бои, ну, естественно, освободило Украину, в том числе Крым, от российской оккупации. Проблем вообще никаких не будет. Ну, до речі, на тижні таку думку висловив радник керівника Офісу президента з комунікації Михайло Подоляк. Він сказав, а чому би і справді ні, не переселити туди потім до Криму наших учасників бойових дій з метою рекреації їх на півострові після його деокупації. Продовження теми Криму. Є цікаве запитання з посиланням на матеріал видання «Радіо Свобода», котрі опублікували мапу військових об'єктів Криму. Там близько 200 таких об'єктів мілітаризованих нарахували мої колеги. І Антон Іванов, наш глядач, запитує, а чи це туман війни, чи справді ця карта хоч трішки відповідає дійсності? Це може бути і туман війни, але із тих даних, які залишилися ще з Совєтського Союзу, в Криму 150 базових стаціонарних воєнних об'єктів. Всі практично 150 зайняті російськими військами, тому однозначно 150 об'єктів точно есть. Ну, плюсом может быть еще 50, вот те, которые россияне где-то еще настроили, откопали, закопались и как-то подсветились. Потому даже если это туман войны, то очень реалистичный. Где-то так и есть. То 150 базовых плюс 50 еще каких-то, может быть, мобильных. Продовжуємо нашу розмову із Романом Світаном, нагадую, друзі. Пишіть, будь ласка, свої запитання у чаті до трансляції на сторінці YouTube Радіо НВ. Я чекаю на цікаві запитання, ну а тим часом ми дещо перемістимося до старіших запитань, які стосуються Бахмуту, тому що саме з нього ми розпочинали, і глядач з ніком Філософ. Він ставить ось яке запитання, що російська армія зараз застосовує фосфорні бомби, зокрема по Бахмуту. Це не конвенційна зброя. Вона заборонена міжнародними конвенціями. Відтак, чому Рада безпеки ООН, а також інші цивілізовані країни, які в числі наших партнерів, друзів, вони не можуть і не вживають ніяких заходів щодо такої реакції на застосування такої неконвенційної зброї з боку Росії? Ну, от я іноді пересматриваю такого роду відео. Ну, от не видел я нигде фосфорних бомб. Може, я не все видел, но то, що є в інтернеті, і то, що мені, допустим, мои друзья иногда передают с линии фронта, это использование так называемых термических шашек. То есть это выстрел града, по-моему, 9-22МС, название 9М-22С, точно не помню, я все-таки летчик, каждый снаряд не запомню. Но это отстрел вот таких НУРСов, неуправляемый реактивный снаряд из градов, который потом поджигается, разрывается на шашечки, шашки падают. Задача этих шашек осветительная, если ночью, и задача поджечь ту поверхность, на которую падает эта шашка. Накрывает площадной, удар площадной, то есть по площади. Используется, ну, для поджига это одно, а второе, ночью он используется для создания такого рода удары, используется для создания так называемого теплового и визуального экрана. То есть, когда накрывается площадь, в тепловизоры ночью не увидеть перемещение штурмовых отрядов, и под прикрытием такого рода экрана враг может просто перемещаться, не боясь быть уничтоженным снайперами с тепловизорами, ну или системами дальнего контроля, именно тепловизионного. И когда начинает гореть практически вот заброшенные термитными шашками
В основном это либо магниевые наполнители, ну то есть к фосфору никакого отношения не имеющие. То есть здесь большой вопрос, я, может быть, не полностью в курсе, то есть ну, не видел я нигде, я просто знаю, как горит фосфор и как сбрасываются фосфорные боеприпасы. Ну вот не видел. Вот термические, да, фосфорных не видел. А такие термичные, они дозволенными, так? Да, это нормальное конвенциальное оружие, и у него задача, еще раз повторюсь, освещение и по поджиг территорий. Друзі, нагадую, що ви можете писати запитання пану Роману Світану у чаті трансляції на сторінці Радіо НВ у Ютубі. Принагідно, закликаю вас також поставити лайк цьому відео для того, щоб воно просувалося вище і більша кількість людей долучалася до перегляду цього відео онлайн, або ж згодом послухала вже в записі. Отже, Андрій Розман цікавиться. Романе Григоровичу, а скажіть, будь ласка, чи будуть росіяни при наступі Сил оборони України обороняти до останнього солдата окуповані ними такі міста, як Мелітополь, Бердянськ, Маріуполь. Адже повсякчас, це вже від мене додаю я трішечки, адже повсякчас зараз у зведеннях Генерального штабу ми чуємо, там евакуювали адміністрацію Скадовську, там в Дніпрорудному, Васильівці, в районах півночі окупованого Запоріжжя евакуйовують і розкрадають, не евакуйовують, а розкрадають те, що не докрали, і кудись вивозять в тил в напрямку Бердянська. І повсякчас ці повідомлення з'являються. Відтак Андрій Розман ставить запитання. От такі міста: Мелітополь, Бердянськ, Маріуполь. Чи будуть їх обороняти до кінця, до останнього солдата росіяни? Буде те ж саме, що і з Херсоном. Тобто та ж картина. Чому росіяни не стали обороняти Херсон? А смисл? Нет никакого смысла оборонять было Херсон, так как Херсон ніхто би потім уже не займав ще раз. Нет механізму возврата. Потому и с Бердянска, и с Мелитополя, и с Мариуполя в том числе, если будет правильно, а скорее всего будет в нашем руководстве военном, никто не сомневается, там реальные гении. Можно сказать, что сейчас в нашем военном руководстве лучшие мировые лидеры в этом смысле, именно профессионалы. Никто больше не вел такую войну, как ведем мы, и уже ведем 10-й год, а весь наш генералитет именно с 14-го, он 10-й год воюет, начиная с полковников, майоров, подполковников, лично практически всех знаю, вот они уже генералы за 10 лет. Это управление, оно правильное решение примет и оптимально, это просто отсекать города, брать их, особенно Мелитополь, Мариуполь и Бердянск, они прижаты к водным поверхностям, ну, по крайней мере, к Азовскому морю, два города, и Мелитополь там рядом с заливом, то есть они будут окружены, а дальше российские войска, ну, я думаю, будет то же самое, как и в Херсоне. Понимаю, что они будут окружены, нет никакого механизма сопротивляться долго, потому что любые запасы заканчиваются. Сколько бы их ни было, запасы заканчиваются, как только перерезаются системы снабжения. Армейских запасов хватает на пару недель. То есть, грубо, если, допустим, это Бердянск, и его украинские войска берут в окружение, прижимают Бердянский гарнизон российский, если он там останется, к морю, через две недели можно просто ждать, пока они будут выходить с поднятыми руками. Я утрирую, но примерно так и будет. Потому, понимая такое развитие ситуации, никто не будет оставлять гарнизоны в Бердянске, Мелитополе и Мариуполе. Россияне их не будут оставлять. То же будет самое, как и с Херсоном. Они будут уходить при подходе наших войск где-то на дальность около 30 километров. Вот как только наши войска на 30 километров подойдут к городам, то есть как только мы начнем, сможем доставать армейской артиллерии, а 30 километров — это рабочий дальність армійської артилерії, вони будуть уходити з городу. Продовжуємо працювати, ще трішки часу маємо. До речі, є резонні зауваження, скажімо так, щодо теми Криму, яку ми раніше обговорювали. От пані Людмила Павлюк пише, а як же корінний народ Криму, кримули або кримці? В них хтось запитав, як вони бачать майбутнє їхньої батьківщини. Я, знаєте, ну так справді, це однозначно будуть вони, в тому числі, в процесі вирішення подальшої долі Криму. Я переконаний в цьому, це вже моя така ремарка, але я переконаний також, що кримці абсолютно не проти
робити будуть, якщо ветерани українсько-російської війни будуть так само населяти півострів Крим. Продовжуємо далі працювати. Отже, пане Романе, є цікава інформація від Польського технічного інституту військово-повітряних сил. Пригадуєте, і ви, і наші шановні слухачі-глядачі, ми обговорювали в ефірі цю інформацію про те, що наприкінці квітня щось таке дивовижне сталося. Поляки знайшли поблизу міста Бидгощ, а це в середині фактично Республіки Польща, так в глибині країни, знайшли уламки ракети, на якій є надписи російською мовою. Тоді почалися домисли, а що це за ракета, звідки вона там могла взятися, а може це якісь старі ракети ще з часів Варшавського договору у Польщі, які вони застосовували деінде на тренуваннях. Так ось ні. Польський технічний інститут військово-повітряних сил зараз дав інформацію про те, що у квітні впала саме російська ракета Х-55. Тобто якось вона зайшла в глиб території країни НАТО. Можливо, ця ракета під час обстрілу України її застосовували, не знаю. Але якою мала би бути зараз розвиток ситуації після оприлюднення такої інформації? Ну, это да, должны принимать решение страны НАТО, как воспринимать такого рода инцидент. Как инцидент пограничный, может быть, если примут, либо как уже нападение на территорию страны НАТО. Тут все будет зависеть от принятых решений политическими руководствами стран НАТО. Мы, естественно, на это влиять не будем. Ну а как ракета зашла? Легко. Так же само, как Байрактар, потеряв управление, прошел над Киевом, пришлось его сбить. Так же само, по той же самой причине ракета, тем более Х-55, этой ракете десятки лет, она могла потерять управление и дальше упасть или взорваться самоподрывом в зависимости от задач. Может даже сбить, или ее могли, кстати, повредить эту ракету на территории Украины, когда она проходила территорию Украины. Наши зенитно-ракетные комплексы, помните, был инцидент, когда на территории Польши даже два поляка пострадало, царство им небесное. То есть также могла ракета просто получить повреждение, пройдя облако поражающих элементов от подорвавшейся нашей противоракеты. Дальше сбиться с курса и уйти на территорию Польши. То есть, а как это уже воспринимать полякам? Ну, это, во-первых, должны принять поляки решение, ну, а дальше, естественно, страны НАТО. Мы можем только за этим посмотреть. А если я чуть вернусь назад, по поводу Крыма и Кремлы. В Крыму живет очень много народностей. Там больше десятка народов и национальностей именно в самом Крыму. Так сложилось. У меня невестка гречанка. Мы их гречками называем у нас на Донбассе. Это уменьшительно ласкательное. Так вот, моя невестка гречка. Естественно, у меня внуки уже с греческой кровью. Так это греки крымские, они там тысячи лет жили. Их просто в свое время, тогда, когда становилось и в том числе и Крымлы, их россияне переселили, по-моему, Катерина переселила к нам на Донбасс. И они сейчас занимают очень большую территорию на Донбассе, то есть они уже ассимилировались. Но, тем не менее, греческая кровь течет практически в каждом Донецком. И греческая кровь крымских греков. Потому вопрос о том, чей Крым здесь уже по крови, по крайней мере, нет смысла и подымать. Во мне есть еще и татарская кровь, так самое интересное, наших донецких татар. Ну так сложилось, на Донбассе смешалось. Я как-то посмотрел раз около 30 национальностей за несколько десятков лет, почти за 100 лет. Потому и крымлы, и греки, и евреи крымские, естественно, украинцы и еще очень много национальностей. Это все наши украинцы, это украинские граждане, значит, украинцы. Потому я не думаю, что будет какая-то проблема, допустим, по Крыму. А вот крымлы и всем остальным, не только им, а и всем остальным народностям однозначно надо давать и поддерживать те культуры, которые, носителями которых они являются, лелеять их, чтобы, не дай бог, они не пропали. Потому что каждая культура, каждый язык, каждая религия, она это достояние общества, достояние нашей Украины. Потому я не думаю, что будет какая-то проблема именно со стороны Кремля.
Шановні друзі, поставте, будь ласка, зараз лайк цій розмові, тому що ми наближаємося до завершення. Я ще поставлю одне запитання. Пишіть свої коментарі у чаті трансляції стріму із Романом Світаном. Нагадую, працюємо впродовж уже майже години. І будемо справді закруглятися. І, власне, на фінал я обрав запитання від користувачки Дарії, котра посилається на слова міністра оборони Резнікова, котрий нещодавно в інтерв'ю Washington Post він сказав, що у всіх зараз дуже завищені сподівання на наш контрнаступ, відтак не потрібно цього робити, завищувати своїх очікувань. Як би ви прокоментували слова міністра? Маємо ще от буквально, пане Романе, 2 хвилини. Объективный ответ. Я просто вопрос не полностью понял. Но именно... Запитання просто, чи справді от ви розділяєте цю думку щодо того, що не потрібно створювати? Я не об этом. Я не понял вопрос Резнікова, на который... То есть контекст вопроса и контекст ответа. То есть вопрос Резнікову, который был задан. Но, допустим, ответ давайте мы его проговорим. Однозначно поддерживаю. Именно это объективный ответ или, по крайней мере, объективное освещение событий. Наше наступление – это сейчас первый этап. Мы не сможем освободить одним движением освободить Украину. Обязательно минимум два движения должно быть. Потому первое движение, вот то наступление, которое уже идет, я как военный могу вам подтвердить, оно уже идет. Так как есть определенные моменты, которые предвосхищают наступательные действия, так вот они уже происходят. Для всех, для гражданских наступление кажется, это чуть другое, это один из этапов наступательных действий, наступления, это прорыв. Вот когда произойдет прорыв, но это всего лишь один этап. Дело в том, что перед прорывом идут подготовка, и после прорыва еще очень много мероприятий, которые надо произвести. Потому прорыв будет, мы его увидим, может даже не один, их может несколько, а вот этапов будут точно как минимум два. Потому не надо, естественно, свои ожидания увеличивать. Ще як мінімум один етап буде освобождення території. Пане Романе, величезне спасибі вам за те, що долучилися до цього стріму на ютуб-сторінці Радіо НВ. Шановні друзі, глядачі, слухачі, велике прохання до вас. На сам кінець цієї розмови поставте, будь ласка, їй уподобайку для того, щоб потім у записі більше людей почули відповіді на цікаві запитання, які ви, зокрема, найбільше озвучували, і я їх перенаправляв до Романа Світана. Що ж, спасибі усім і ще раз. Мене звати Василь Пихньо. Кажу вам до нових зустрічей. На цьому ставимо крапку, але скоро почуємося. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.